эфире «Танцы на ТВ» и с вами, как всегда, я, Лилия. У нас в эфире, как обычно, самые яркие танцевальные постановки с глубочайшим философским смыслом. Но прежде чем мы их увидим, предлагаю вспомнить участников, которые показали себя в прошлом эфире. О чем напоминает вам звон хрустальных капель дождя? Если кто-то побежал проверять кран на кухне, будьте спокойны, с ним все нормально. А вот на нашей сцене модерн балет Терпсихора с танцевальной композицией «Дождь». В эфире «Танцы на ТВ» и с вами, как всегда, я, Лилия. У нас в эфире, как обычно, самые яркие танцевальные постановки с глубочайшим философским смыслом. Но прежде чем мы их увидим, предлагаю вспомнить участников, которые показали себя в прошлом эфире. О чем напоминает вам звон хрустальных капель дождя? Если кто-то побежал проверять кран на кухне, будьте спокойны, с ним все нормально. А вот на нашей сцене модерн балет Терпсихора с танцевальной композицией «Дождь». В эфире «Танцы на ТВ» и с вами, как всегда, я, Лилия. У нас в эфире, как обычно, самые яркие танцевальные постановки с глубочайшим философским смыслом. Но прежде чем мы их увидим, предлагаю вспомнить участников, которые показали себя в прошлом эфире. Thank you.
гулянке. Ты услышишь песню хуторянка. Даже ночью в гис позаранку. Хуторянка. О чем напоминает вам звон хрустальных капель дождя? Если кто-то побежал проверять кран на кухне, будьте спокойны, с ним все нормально. А вот на нашей... Всем привет! В эфире «Танцы на ТВ» и с вами, как всегда, я, Лилия. У нас в эфире, как обычно, самые яркие танцевальные постановки с глубочайшим философским смыслом. Но прежде чем мы их увидим, предлагаю вспомнить участников, которые показали себя в прошлом эфире. Я думаю, каждый из нас проникся в свои самые яркие воспоминания. Если ребята из модерн-балета Терпсихора оставили в вашей душе след, то обязательно поддержите их. Хочу напомнить, что голосование начнется уже в апреле и продлится 2 месяца. Так что активно следите за нашими программами и выбирайте достойных. Ну а сейчас самое время выйти на нашу сцену следующим участником. Коллектив «Инфлейм» на сцене проекта «Танцы на ТВ». Коллектив «Инфлейм» и будем танцевать для вас «Союз Бэби». Let's go! Kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, but not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, time to go solo. Rolling in my 5.0 with my back top down so my hair can blow. Girlies on standby, waving just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust the left and I'm headed to the next stop. The block is dead, yo, so I continue to A1A, Beachfront Avenue. Ice, baby. Vanilla. Гардероб для женщины – это лекарство, а на здоровье экономить нельзя. Модный партнер нашего танцевального проекта – магазин «Ассорти». «Ассорти» – будь стильным! Вы смотрели «Танцы на ТВ» – самое танцевальное шоу Крымского полуострова. Оставайтесь вместе с нами на телеканале «Крым». Всего вам хорошего!